Доброе утро. Повторяйте за мной, и вам обеспечен бодрый и успешный день. Для первого упражнения нам понадобится ремень. Поднимаем прямые руки наверх, стопы параллельно, таз заводим под себя. На вдохе опускаем руки назад, на выдохе подаем вперед. Следующее упражнение достаточно активное. Мы его выполняем для мышц сердца. Стопы шире плеч, руки над головой. На выдохе делаем хлопок. На вдохе возвращаемся назад. Выполняем следующее упражнение на укрепление мышц пресса и бедер. Ноги ставим в положение сумо. Левую руку за голову, правая уходит максимально вниз. Поработаем над мышцами пресса. Выполняя это простое упражнение в течение месяца по 10 минут, вы добьетесь кардинальных перемен. Сейчас будем укреплять наши ягодицы. Руки на ширине плеч, колени под тазом, поднимаем и толкаем ногу наверх. Эта простая зарядка поможет вам всегда оставаться в форме. С вами была Наталья Мухамедьянова.